καρδιά μου και πονίζει για βροπό μου. Как вас? Меня Гурами зовут. Гурами. Вы знаете, значит, детей Георгия, да? Да. Да. Вы как-то родственники? Родственники, что вот Ада, двоюродная сестра моей жены. Да. Да. Да, да, да. А кто еще есть? Вот она, это двоюродная сестра, вот эта жена моя, что читает молитвы. Она двоюродная сестра Ады. Кету, это человек связь держит с Адой, Афро хорошо знал, дядь Георгия, всех, всех знал. Григорий сознает. Хранда. Держит связь до сих пор. Халкиданин, авто, то, алазни, та, папуча, ткафа.
Представь, как тебя зовут? Зовут Тимур. Тапочки его. Тимур? И снег делает это. Тимур и его команда. Ничего, очень приятно. Очень приятно, да. Маленькую легенду взяли. Всем, 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 чтобы она и я смело помогла. Всем. Спасибо. Паная, спасибо, с кем вы этих сыграли? С кем? Харисто, паная, я ула. С кем? Камераман, готов рамотец? Это бокал мы пьем за пантийскую нацию, чтобы она цвела. Чтобы пантийцы были дружными. Вот я сказала, что все время то фиксерите. Сито контос. И паная мазимас. Мы здесь в основном из Сухуми. Ребята, любят кайфовать. В основном из Сухуми. Приехали много лет назад. Встретимся опять братьями, друзьями. Пришествие стоит. У него все друзья пешташенцы. Пешташенцы. Давай, дай Бог. Он сухумский парень. Мы Сухуми. Он Сухуми, но все друзья его пешташенцы. Прекрасно. Давайте, за всех пандитов. Я уло то понто, Все пантийцы одинаковые, роли никакой не играют. Все то понто, сады. Уколя спала люди это. Все то понто. На войту так грабы покажи. А мы, эти, не мою. А ей. Все, все в нашем бандите. Все, ребят, пока наши горе поют. Чтоб Паная и всегда вера наша была везде, Бога верили. Чтоб Паная Масима стоит. Мы чтоб никогда не забывали. И Паоля и Тарак сами, да. А познали капель в землю? Ну, пожалуйста. Немножко опоздали, мы уже сняли. Да? Да. Ну ничего, я верю, что здесь было. Было бы все здесь. Ну и откуда вы, если можно? Из Тбилиси сказали, да? Да. И давно сюда уже приехали? 18 лет. И часто из 18 лет, 16 лет сюда ездим. На праздник Святой... Именно 28-го. Именно 28-го. Ну, на праздник Святой Марии, да? Обязательно. Ну... У меня как первая дочка родилась, Мария. Очень приятно. И мы едем, и уже 16-17 лет почти. Ну, по-эллински Йорго меня зовут. И каждый год мы приезжаем именно 28-го. И этой песни я скажу сейчас слова и то, что чувствую в душе. Для вас пою и посвящу я всем. Это
ты купали то пути. Ну, откуда, скажите, представьтесь, пожалуйста. Я Константин Недевики. Родом Батуми, после уехала в Геленджик. С Геленджика приехали в нашу Грецию. Вот сейчас 13 лет мы здесь празднуем. Святая Мария помогает нас, мы верим ее, и всем людям здоровье дает. И вот, приезжаем каждый год так. Просто в этом году как-то меньше людей, было много очень каждый год. Ну, может, завтра больше приедут? Завтра больше будут, да. Завтра у нас эти столы все будут, полные столы будут забиты. Будут. В общем, желаем всем людям счастья, радость, здоровья. Спасибо. Где бы ни жили, все-таки греки есть. Конди наши по-старому празднуют, но по закону она была по-старому, эта церковь построена. И вам тоже здоровья и счастья, спасибо, где вы не бывали. И всего хорошего всем народу. И терпение нам здесь сейчас, в Греции. Очень важно. Да, очень, да. Что нам? Как видео. Is
Thank you.
там рядом церковь, монастырь. Вот это большое, что видишь.